Вот-вот, напяливай штанышки. Ребячки, всем привет. Приятно, когда пиратская жизнь. Всем, как всегда, миночек. Так, собираемся сейчас в гости. Но до этого нужно нам зайти будет в адрес. Пошел чехол Вовкин. Вот, плюс надо будет в аптеку зайти. Блин, опять кучу денег. Вообще, не знаю, деньги как вода. По-моему, даже уходит больше, чем в Таиланде. Каждый день, блин, то одно, то другое. Все, у меня уже карточка там орёт. Хватит! Довольно! Что ж поделаешь? Надо, надо, надо. Кубы сохнут, поэтому здесь опять активно мажу их этими всякими штучками. Ну, смотрите, одела костюмчик. Легкий, хороший. Под ней маечка. Свои красивые сисяндры засунула в корсет. Ну, не корсет, а как, ну, сами понимаете. Корсет для сисек. Так называемый лифон. Лифон лифонский. Вообще, на самом деле, знаете, так хочется прям вот снять их, чтобы они болтались в свободном падении. Шутка. Так, ладно. Короче, идем по делам. Собрали два пакета подарков. Два. Вон Вовкин телефон. Вот Вовкин, вот мой. Все прячет, прячет, прячет. Прячь, прячь. Прячь телефон. Он и собачку, кстати, достанет. Сейчас на панель ее положу. А внутри, кстати, знаете, как эти... Слышите? Как типа антистресс или что-то такое. Но мне кажется, это для того, чтобы она лежала на панели. Вот такой холюсенький. Такой холюсенький. Штучка. Вон, там куча всяких вкусняшек. Сластяшек и прочее, прочее, прочее. Все, пошли. Тоже, кстати, хочу одеть жилетку, потому что в куртке уже жарко. Ну, тем более, мы сегодня на машине. Мне не надо тепло одеваться. О, как этот. Из этого. Ассасин. Ассасин. Ты же мой ассасин. В аптеку. Пошли. Сейчас мы были в аптеке. Короче, Алан стоит, а у него там этот щеночек сверху, да, вот этот, который мы купили. И мужчина там сзади говорит: вау, как спокойно спит. И говорю: это игрушка. Вот, достал, ему показал, такой: вау, прикольно, говорит. Кстати, такие же видела, это на Wildberries, по-моему, продается, или на Озоне. Где-то там, короче, я находила. Вот, в общем, тест-драйв прошел нормально. Люди подумают, что это прям настоящее. И тоже там, короче, мужчина передо мной стоял. Вот. А там женщина спереди. Еще одна. И что-то она там покупала. Воду, какие-то там лекарства. И вот там так долго. Этот мужик весь извелся. Я думаю, сейчас он ругаться будет. Уже весь прям. Короче, взял два пластыря и пошел. Некоторые люди просто совершенно не могут потерпеть. Они не понимают, что как бы кроме них еще есть люди. Вот. Не знаю, я спокойно стояла, ждала. У каждого свои проблемы. Конечно, да, напрягает иногда, но это твое состояние. Вот он сейчас был такой перевозбужденный. А мне пофиг было. Все, короче, тает. Все текет. Прям по полной программе. Вот, сейчас идем в Wildberries чехол забирать. Вовкин. Дом прям. Уже, видите, шпаклюют. Все делают. Утепляют. Плохо, неплохо. Ну, это газопеноблоки делают. Частично кирпичи, частично это. Вон здесь и большие лоджии есть. Иду, иду. Пока все сделаешь. Строят потихоньку. Но, конечно, конец был в конец марта этого года. Но нифига они не успевают. Все, мы в машине. Так, куда будем класть собачку? Собачку. Всем кажется, настоящая. Ну, там эту гнучку. Где? Вон, которая за этой дверью. Ну, пускай пока она висит, я потом сниму. Все, вон. Так, чехол. Чехол. В машине холодно. Дай телефон свой.
проверю. Подойдет, не подойдет. Как бы пока все дела сделаю, сейчас еще надо спать заехать. Что там купить? Эти как их? Шашлик, машлик. Ну-ка. О, клеится, смотри-ка. Смотри-ка, держится. Держится. Штучка-то держится. Так. Ну, конечно, может быть, не совсем плотно, но все же. Кольцо, если что, вот так есть. Если что, вот так держать. Все, заебись. Все. Так, остался только этот. Просто там писали, за счет тяжести телефона может падать. Сейчас посмотрю. О, свет, по-моему, помогает. Магническое. Так. Говорю, телефон дашь свой? Вот, смотри, видишь, приклеивается. Раз. И все. Оп. И держится. Не, просто думали, это куда телефон его девать старый. Я говорю, давай оставим его как этот. Будет как навигатор тебе. А так получается вот такой чехол, видите, из матового пластика. Вроде как противоударный. На самом деле обычный пластик и резиновые такие вставочки. Вот. Телефон, телефон, телефон. Аккуратненько. Давай. Контрольная проверка. Влезет, не влезет. Давай. Опа. Опа. Тик. Тик. Вот он, телефончик. Протрем. Все было хорошо. Вставляем. Наше все совпадало. Дырки вроде большие даже, в принципе. Все совпасть. Там еще пленка. Я вот боюсь, чтобы она не повредилась. Ну, в принципе, в лес. Я сплю. В лес. Вот, на, смотри. Пленка, не знаю. Вроде нормально. Здесь бортики не такие, которые. Нормальные бурчики. Все. Дарю. Все, телефончик на месте. Ну, по камерам вроде все нормально. Все, влезло. Все хорошо. На. Тут будет держаться, нет? Ну вот, держится. Смотри. А? Красота. Конечно, не знаю, там, если вот это будет, он, может быть, и упадет, конечно, но все же. Упадет. Сразу. Ну, ну так-то в принципе нормально. Надо все тестить. Да, он сейчас упадет. Ну куда он упадет? Ну, на, гляди, видишь, я спокойно снимаю. Тут фиг отдерешь. Да. Так что фиг его здесь поставишь. Ну а что, ты будешь каждый раз снимать, что ли? Да. Будешь снимать чехол? Все. Пленку точно повредишь. Дело твое. Что тебе? Ну чехол, в принципе, неплохой, нормально. Все, поехали мы до спара. Там уже дальше. Ой, смотрите, одел какие перчатки вообще. Прям гонщик, гонщик на дальней дистанции. Вот. Спорим, говорю, насчет телефона. Я говорю, слишком жирно тебе два телефона. Вот, чтобы у тебя было. Тебе один под навигатор. Не холодно. Включи мне жопогрейку. Есть это тело грейка и жопогрейка. Поехали. Веди меня. Ты зеркало поправила мне? А ты мне обещал, говорил? Я тебе говорил, а ты мне не слышала. Говорил. На. Так вот? Да. Все? Истеричка. Говорит, и этот чехол оставь. Я говорю, он хранится, пользоваться не будешь. Капец. Хорошо, что, кстати, это не выкинул. Панельку. Надо ему другой чехол заказать.
точно, походи пока с этим, потом сдадим. Там все равно 14 дней за рад. Шла с пар за шашлыком и за колой, чтобы коктейли мутить и на стол кое-что положить, чтобы было. Мне как раз сейчас сосок свежий готовить. Надо взять. Все взяла, шашлыка. Шашлык, конечно, дорогой вообще. Вот два шампура на 1150 вообще. Овощи взяла. Взяла колу. Вот это, кстати, кола без сахара. Вот. Будем коктейли мутить. Я думаю, может, тортик какой взять? Может, тортик какой взять? Может, не надо? Что-нибудь чаю какой-нибудь. Но у нас не все едят. Вот, ну, думаю, что-нибудь такое к чаю взять вкусненькое. Сейчас подумаю. Когда с пустыми руками не езжу. Взяла и торт, и этот шашлык, овощи. Я не знаю, как убирать, куда? Чтобы оно не упало. Все, вроде все купили. В общем, купила торт. Но я взяла небольшой, потому что, во-первых, большой и дорого, да. И ладно, давай по-твоему поедем. Там не так много едоков, по-моему, много нельзя. Повернись налево, а затем повернись налево. Очень вкусный торт Санчо. Мне нравится. Он такой, знаешь, с орешками, взбитым кремом. Вот. Шашлык взяла. Вот. Пару шампуров. Там уже 800 грамм. Угу. Там сейчас шашлык, кстати, подорожал очень вскоре. Вот. Овощей взяла. Там баклажанчиков, кабачков, перчика. Так, чтобы, знаете, как с овощами. В общем, никогда с пустыми руками не едем. Если едем, то сразу со своей едой. Ладно, давай по-твоему поедем. Вот, Наташа тоже там еще хотела что-то накрыть на стол. Сейчас все вместе накроем. Поверните направо, а затем через 100 метров. Кстати, колу я там взяла, нашла Эвервейс без сахара. Я взяла две бутылки. Одну нам домой. Одну нам домой, одну там выпьем. Ну или, может быть, если там разойдемся и там выпьем. Еще две бутылки взяла, пока было. Вот так. Все, едем. Руки и края. Осторожненько. Помните, на как щеночек тут лежит. Прям вообще такая милота. Ладно, давай по-твоему поедем. Как будто настоящий. Поверните направо. Как будто прям настоящий. Такой миленький вообще зайчик мой. Все, ладно, едем. Ладно, давай по-твоему поедем. По-твоему поедем. Поверните направо. Все, и погода, кстати, получится. У народу в паре вообще сейчас тьма. Дофига вообще народу. Все закупаются. Так, ладно, все, едем. Какой город у нас красивый. Сейчас вот все растает. Это вообще красота. Эти вот дома тоже такие классные поставили. С видом на реку. Там, я помню, тогда смотрела, там цены. Там 15, 16, 20 миллионов. Маршалград, да? Угу. Маршалград. Видите, все тает, снег. Ну, кстати, река уже вся растаяла. С 1 апреля, кстати, я слышала, будут запрещать ловить рыбу, потому что там уже на нерест пойдет. Соответственно, уже прям запрошают. Наш город. Мы сейчас в верхней части идем, в нижнюю. У нас город, знаете, мне кажется, по размерам больше, чем Паттайя. Насколько он большой. Глянешь, там прям все видно, где чего, как. Ну, я про центральную часть, конечно. Паттайя-то она не маленькая. Сама да, себе. Тут дома там выше, чем у нас. Ну да, дома там высокие. Сейчас вот выйдем, красивый вид. А здесь, когда сейчас все зацветет, когда все будет красиво, все растает, зелень будет, о, вообще красота. Едешь, просто кайф. Смотрите, какие у нас там. Сырость, унылость. Ну ничего. Скоро весна. Точнее, весна уже идет. Уже практически один месяц закончится весна. И кто-то ведь еще вот на такие лед выходит еще даже, прикиньте, рыбу ловить. Как не бояться-то провалиться лед, он вообще прям уже тонкий-тонкий. Он там уже провал, вот уже растаял полностью. Сейчас растает. Ну,
как там, я смотрела, это говорит, у меня 3 кота и 2 кошки, мне типа их кормить надо рыбой. Неужели ты готов подвергнуть свою жизнь опасности ради того, чтобы какой-то там плотвы наловить эту кошку? Впереди камера на полосу. О, тоже дома прикольные. Много тоже застройки сейчас идет. Через 600 метров круговое движение. 3-й съезд. Все, едем как привыкли. Цвета нас устают. Полиция стоит. Полиция стояла. Через 300 метров на светофор поверните налево. Скажем так, восточных кровей. Ну вот, сейчас на самом деле очень много патруля проверяют все. То есть машины прям вот тормозят. Если, как говорится, не славянской внешности, сразу все проверяют. Из-за последних событий. Так вот. Ну что там, как стоит наша камера-то, не стоит? А тут, видишь, светофорчик. Поставили, да? Не, он здесь и был. Он здесь и был, да? Да, только я имею красный. Хоть останавливаться. Притормаживать. Если стоит, то... Не, вроде никого не стоит. Просто там раньше обычно стояла палатка и плюс стояла камера. Да. А сейчас нет. Такой плелесть вообще. Правда, когда Вовка там притормаживает, он слетает. Слетает. То, он должна быть ровная поверхность у него. Вот такая. У тебя на блин краешке. Он просто скользит. Как-то крепить надо. Как-то приклеить, что ли. У нас скот еще двусторонний. Можно, кстати, там снизу двухсторонний скотч просто приклеить, и все. Нормально. Вот. Все, ладно. Едем сейчас к Наташе. Мы там будем сейчас распаковывать подарки. И так далее. Все, любим, всех целую. И следующий выпуск. Всем хорошего настроения.